крестут, да? Третий левел, да. Залбинг на коне едет, ясно. Пятый, блядь, он хотя первый самый. Снизу один. Это две крысы. Наша крыса на это. Они сразу капают. Они наверх разворачиваются. Они к вам идут. Окей, идем. Мы сбили кап мид. Они уходят наверх все. Тогда один кап. Можешь убить. Один капает мид. Дом наш. На наш дом. Они все наверх разворачиваются. На наш дом поехали двое. Давайте в спину заходить. Пойдем давай, в спину. Давай. Шапку сдал. Мы идем. Забирайте кого? Все живы. Они готовы, они уже здесь тоже. Они на вен, мы на вен. Мы им в спину заходим, Давайте. Где? Ребят, залейте. Добежать бы. Мы далеко. Мы уже заходим. Ладно, аккуратно, нас миликов дохуя. Ребят, дохуя в нас миликов. Чуть-чуть заходите. Танхаман у нас. Стяжка через один. Убиваем, миликов нас стягиваем, миликов на стену. А можно на ступеньках? Тут вообще хороший клад. Давай, Бисик, давай. Готовы? Есть телефоны? Давай, нет. Я уебал, Бис, ну дай хоть что-то. У меня... Шапку в листу дал. Челк, держите. Листа подержите. Все окей. Я челк держу, ты... Я тут, блять, я комнатушку. Я тут нахуй пацаны. Кто-то на скипа может забрать? Нам нужно капы забрать, Мик, надо. Блять, классные, ебланы, блять. Вы где нахуй? Почему вы с Мадридом дерешься просто молча? Иди, блять, выгоняй его. А, ну мне еще кровик дорежь на колбасе. Ну нахуй просто. А ты ебанутый, к нам приди нахуй, хуйсос. Нахуй вы деретесь с Мейнрейдом? Мы не берёмся, наверное. Мы капли и дрались одновременно, сын тупой, блядь, бегай с нами, нахуй ты играешь в свою игру, блядь. Долбоёб, нахуй. У меня три чела. Все едем. Поехали. Заебал гнуслинг, ебучий бот, нахуй. У меня три чела на прибазу, мне какой-то ассист нужен. Я это что собил. На СЕ и ты, этот, ебут кто-нибудь капнете СЕ. Нам надо этих долбанных. Помогите, кто-то один капает. Я на СЕ приехал. Кто-то один, ебаный в рот, Дек. Хватит так медленно все делать. Они идут в ВМ. А мы за окна. Вам в спину идет три крысы. Мы остаемся тут? Зачем мы их прибазные заберем, нет? Пойдем. Поехали. Я возьму нигматик. Станьте здесь. Станьте ягут на СЕ. Или кто? Мы на медузе что будем? На СЕ. Ты на СЕ. Ты сможешь фултайм взять этот кап? Я на СЕ. Да заболите, блядь. Не уйти отсюда. Я ухожу тогда. Если пройдешь, то... Гнуслинг, капай. Гнуслинг. Наших вайпнули. Походу. Но надо в спину, мне кажется, зайти. Кракен, ты не переборщи там, боже. Нам нельзя тут стоять долго. Нам надо зайти. Центр капнули. Не можем мы, нам надо брать пункты, блядь. Я останусь тут. Кто-то один здесь. Дек останется. Все, поехали на СЕ. Надо спасти Ягуду, блядь. Кровик ебучий. У меня кулдауны. Блядь. Хуёво. Этот кровик мне... Почему Ягуд молчит, блядь? Почему вот? Почему Гослинг об этом говорит? Я уже сел на маунт. Прибазный, держите, когда резнитесь. Я ВМ постараюсь задефать. Убить его тоже, долбоёба. Нормально. Удержали, все, уходим на СЕ. Получили, Найс. Надо рейду, наверное, помочь. Попробуйте спину. Попробуем спину. На СЕ в спину едем. Нахуй ты просто молча умираешь. Давай я центр подержу, если так удобнее будет. На СЕ в спину едем, держи. Окей, я не молчу. Мы заходим в спину прямо сейчас, они на нас будут отвлекаться. Ты раз что-то сказал? Ты сказал, типа, я умер. Сулгира. Давай. Застанил, давай. Раскрыл. Но он умрет. Поставил на нас? Скорее всего. Гоми. Шапку сдал, Дэк. Я на ВМ, чейсу крышу. Снизу лук вас настреливает аккуратно. Три чела сейчас будет спешно. Так вся с лук настреливает снизу. Знаете, мы их хуярим. Лук настреливает по вам, ребята, сделайте с ним что-нибудь. Да все, сейчас лук сдохнет. Бертеля. За... Ладно, похуй, капнуть СЕ. Можно? Найс. Так, я пошел капать. Давай. Заберите СЕ. Мы забираем СЕ, да.
А, тут на тапе. Да, на их кап надо, на их кап, да. Мне надо. А, да я как. На их хом едем, на их хом едем. Да, да, на их хом. Тут нет, нет, ребята. Сейчас много людей умерло, они воскреснут и убьют нас. А, воскреснут, чуть подождать. Халдим тогда. Так, халдим, халдим. Окей, а мы на их хом как. Нет, 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 еще немножко. Чуть-чуть. Да, уже уехали, они на конях уехали. Поехали, поехали, поехали. Я с аниматиком. Капай гослинг. Гослинг. Удачи спить, выродок. Они на наш холм идут, я умер. На войне. Мы их забрали. Сбейте кто-нибудь, пожалуйста. Мы их холм забрали. Надо на инвес, сбейте кап, кто там возродился, пожалуйста. На нас разворачивается, чувак. Терпим. Я встань чуть-чуть. Казни его. Я не сбил, нахуй. Но я резнулся и не сбил, потому что меня законтролили, блядь. Что ты хочешь слышать? У меня к луку ярит сверху. Начинаем отходить. Да. Мы взяли точку, начинаем отходить. Аккуратно, да, не сдохните тут. Нам задефали что-то. Почему мы в крейт отходим на мид? Мы мид забрали. Спину пошли. Заходим в спину, заходим в спину. Заходим в спину через 5. Пустик, лес. Давай арбалет. Сугира. Тоже пушим, тоже пушим. Шапку сдал. Банку выпил? Ну все, это кажется конец. Нормально. Я умру сейчас, я умер. Хуёво. Там сзади зашли еще. Я понимаю. Ну, получили. Но время еще есть, мы поинты взяли. Достаточно бухой человек. А на СЕ почему никто не законтролил кап, друзья? Да мы забрали капы, блять, успокойся. Я капаю на СЕ и перехожу в мид. Мы уходим. Там МТ-3Б въездит нам... На чем он? На друиде. Мне на СЕ помощь нужна, кто-то может чуть-чуть подвести? Мы едем. Сейчас выезжаем. Я на ВН кап держу. МТ-3Б убить. Кракен, подрежь ему крылышки. Давай, раз, два, три. Пацаны, это вы на СЕ? Да. Мне подхилить надо. Я только спешился, у меня кулдаун. Я сбил. Он в плаще. А, надо на их точку идти уже, 50 секунд осталось. Да, пошли. Мы их точку сейчас пойдем брать. Я на мид перетягиваюсь. На ВН мейнрейд, Окей, на ВН бить мейнрейд вражеский. Нам надо точку захватывать. Капай. Мы все равно через Е будем идти. С другой стороны попробуем. А, ну нормально. Так, на ВН чё там меркнул? На войне тут несколько человек. Как же на фри, блядь! Мы потихоньку халдим. Они на миде, нормально. Халдите наш хом кап СЕ. Я в тяжесть, что? Я вообще типа не хилю. Куда спалится там? Мы сверху все. Им тут либо в спине, я ему собью. Наш дом, почекайте, кто рядом прошел. Уезжаем? Всё, нет, в спину на СЕ сейчас поедем. Помочь. Мы все едем к вам на помощь, через СЕ. На СЕ там не спина будет. Ну пофиг, помочь главное. Там вон зарезали трех челов, я уже вижу. Мы заходим прям сейчас помогать. А на нашем прибазном капе. Я че еще? Я на прибазном сейчас приду. Угу, я уже тут. Нормально. Вот эту свинью, я его запоизонил. А, СЕ сбейте. Ты реально у нас? Кожа. Давай. Сейчас, у меня куда он блинки? Я порезал. Шишка тоже куда. Сейчас есть блинки. Найс, мы вайпаем их нахуй. Вон Ирелия. Ирелия еле живой пытается уйти. МТ-3Б развернись. Танков подзамедлил, сука. Танков на замедлил. Прибазный кап МТ-3Б поехал. На прибазный кап. На прибазный кап сейчас бьем стеном. И мы их отпиздим. На, я не могу вам помочь. Года. Матери выродок безмозглый. Лака мусор. Хила убить еще. Муму. Крыса могут от себя подефать? Я на сейчас, но я снос на сей, Вот останется на сей. Чё мы делаем? Стою, если что меня вряд ли убьют, я если спать вряд ли. Мид капните, ребята. Я вейн пойду попробую капнуть. Где наш рейд? Где мы? Игу, ты что, у меня ходки вообще не хилят? Я не знаю, заметил ты или нет. Бля, ребята, инфу дайте, делаем. Да, на СЕ пока пуст. Ну, пару челов подъезжает, это плохо. На СЕ едем. Через СЕ на хом кап вражеский, давайте. Я вижу. Мы едем на их кап. СЕ мы едем. Мне нужен ассист на СЕ. Окей, я бегу. Мы поможем. Я на СЕ. Едем СЕ база.
Ягуд, быстрее заберем кап. Дай попробуем. Нам нужно больше. Хом кап вражеский, давай, Ягуд, попробуем. А мы наш кап держим, да, наш кап держим. Ягуд, да, кап я стою. А нас тут дэнка. Просто попробуй. На то, что нет тут. Я здесь. Отходим. Джудик поставил. Все, легко. 4 капа. Они на вас развернулись, ходите. Я их всех раскидал. Найс. Я банку выпил. Но вы все равно отходите пока. Подходим. Быстрее идите, мы нормально. Конечно, ты через вот здесь же можешь пойдем. Стать, не? Где? Ну да, я могу на миде стать, я вот туда бежу. Хотим очень жестко. Давай. Мы заходим в спину уже. Давай. Уберите этого хуй соса, мне спасибо. Я на вэмпер, короче, я даю на вэм держать. Идингаги поехал на ВН. Меня фокусят, помогите как-нибудь. На арбалет надо. Меня убили, меня зафокусили. Арбалет вперед, блиндел, да. Блять, я не успел просто добежать до него. Она похуй. Ладно, не хуй разбить, не все нормально. Модуль. Так, МП-3Б поехал на шкаф. Да, я за ним бегу. Мне еще лагает пиздец, на самом деле. Короче, у меня бадон, тут у меня бадон. И я его не особо выгоню. У нас скилла нет, гнуслинг, блядь. Я, если что, выдавлю. МТ-3Б бежит на ВН, если что. Я выезжаю только с базы, выезжаю. На ВН уже бадон есть. Нам на СЕ помощь нужна. Я еду. Я вот на наших ступеньках. Хил нужен. Я спешился. Два чела. У меня кулдауны 3 секунды. Я не хилю, я гуд. Застакнитесь, я вас хилю, блядь. Тоша, меня, Тоша, Джудик. Ну тебя все нормально. Тика, подрезать. Я его запозинил. У нас мейнрейди 2 из 3 хила сдох. Мы уходим отсюда. Она похуй, короче, я просто в вен против 2 чела держусь. Нет, против одного. Бита. Хорош, круто. А центр? Бадон в той стороне идет. Да, мы стоим. Тоша, мне нужен отхил на СЕ. Я тебя не вижу. Ну на СЕ просто к боку подойди, к боку. После этого мы будем регрупить. Меня фокусят, я не могу, меня отогнали. Похиль. Да, только охоты пока. Да ёбаный, почему ты не на холике, нахуй? Забыл. Потому что друид лучше, блять, вот почему я не на холике. Друид хуйня. У меня для тех, кто не умеет на него играть. Надо регрупиться быстрее. Вы где регрупиться? Пойдем вен заберем, быстрее. Поехали вен. Так, я взял анекдотик. Я капаю. Так, я на маунта сажусь. А кто капает конкретно, фамилия, имя, должность? Друзья, можно тим капай, тим капай. Все, мы на вене. Угу, я уже тут. Мы на вене сейчас капаем. Вот она учится арбалета со свечкой. Я не могу, я прям... Пошли на их базу, может? Или на вражеский хомп, давай. Я взял анигматик, можно забрать и кап. Давайте их капаем. Ты вас не шлёшь? Там не собьют? У меня 10 сек до анигматика, кстати. Вражеский хомп кап. Я могу. Хули ты тут делаешь? Ладно, похуй. Да я тут стоял, блять. Так а чё здесь они? Меня выдавили. Я могу только вот так. Я капаю. Уф. А мы фул ротацию приебали. Бля, там... Не, мы их базу возьмем, скорее всего. Вряд ли мы приебали фул ротацию, но... Хуёво, нам надо ВН забрать или СЕ. Помогите на ВН. Я тут останусь. Гослинг, на СЕ. Гослинг, со мной на СЕ. Кто-то на СЕ помочь. Блядь. Они под нашу палатку пока, берите все остальные капы. Бери СЕ быстрее. Бля, семечка, ты на СЕ. Угу. Вы ВН заберете? Хуй знает. Я пытаюсь капать, но не помогает. Нужен анигматик, наверное. Они на СЕ идут. Просто держите СЕ. Угу. Мы сейчас будем спину заходить. Надо МТ-3Б. Урал, ты один там. Я капать начинаю. Тут никого нет. Все, просто я кап, я ухожу. Сука, они еще хом забирают. Да они не заберут. Они не успевают. Так у нас тоже поинтов мы-то не лутаем все равно. Надо в спину, друзья. Давай этого лоха, ну тоже похитить. Спину на СЕ, им плохо. Я тут сейчас. Я у тебя сейчас капывали? Ты не здесь должен стоять, но ты же на курсе должен другой путь. Меня выдавили отсюда. Отлично, да похуй, типа, ты просто не супер же полезный на сайд-линии. Я понимаю, меня выдавили. У тебя с собой еще не есть? У меня. Меня убили, блядь. С собой друид, но я не успел. Ёбаный купол. Да сука. Я капаю, короче, наш хом. Я вен попробую подержать, я тут один, наверное, пока почилю.
Нет, сейчас. Как не, на Вент какой-то микроассист нужен, потому что тут миллиард человек примерно. Посмотрите, перетянемся на Вент тогда. Мы на Вент. Нам надо SE еще как-то забрать, чтобы хом кап. SE пусть рейд берет. Чтобы тут хом кап сбивал, в любом случае. Ну я на ВН, но мне актив нужен. Я только еду, Хил. Я только еду. Я забираю ВН. Сбили, отлично. Идем на их вражеский хомкап. Все. Так идем на вражеский хомкап быстрей. Да, нам надо их хомкап забрать, и мы выиграем. Я просто с Энигматиком в костюме будет капать. А Тин поддержит кап. Даже суицидница у него, если придется. Кракен, готовься. Точнее, ну не... Тут этот курса это ебучий, ебадон. А потом едет, на хомкап едет. Все, в капывай. Сейчас. Тут нужно дозвонить Гесса. Капывай. Иду на наш хом. И убить его вовсе. А, вот Гесс, конечно, сбивает, это неприятный момент. Убить его. Сейчас катится, успеет? У меня два чела на ВН, но нормально. 20 секунд, я думаю, ты... Мы сейчас заберем, я думаю. А мы отдадим. Ты почему сбил? Я сбил, но это типа... Капай, Лисана. А где Энигматик-то, ёбаный? Ну, я прервал Энигматик. Так взял бы шапку на откаты, ну пизда нахуй. Мы опять ротацию въебали. Может спину? Нам нужно одну ротацию выиграть, типа 20 майна. Да, блять. Нам нужно 10 хилов еще. Пойдемте. Смотри, на СИ никого, я пробую. Нам сейчас SE один поинт. Подождите, они все под наши. Они все под нашей базой или как? Да. Ну, блять, да. Может, на центр там тоже взять. Если они все наверное. Кстати, долбоебов. Они все на SE едут. Все на SE едут. Мы идем тогда мид забирать, не знаю, как-то, что ли. Пойдемте мид заберем. Надо мид, там две крысы, надо их. А, на мид едьте, на мид быстрей. Я на миде. Капайте. И они идут на мид, с нашей базы. С Ешки идут на мид. Да не идут, не идут. Да идут, там блядь. Там наши будут, нам надо помогать. Не успел, Гуэс. О боже, мы сбили Энигматик, но мы капнули. Жулик поставили. МТ-3Б. Меня фокусит этот чел. О, дек хорош. Я притягиваюсь на мид с тобой. Стою. Надеюсь, минуту не делал, смогу там. Мы мид держим. Наш рута ВН держал. Ребята, кап. Тут они, я в Вен держу, там ни один человек не может забыть. Идем. Прибазы, блядь. Меня давят. Меня задавили, я умер. На нашу базу, крыса поехала. Не все на миде. Надо сбить мид. Мы не собьем мид. Не, сбивайте мид просто 30 секунд. Сбивать 30 секунд, кстати, это будет очень сложно, слишком сложно. Ой, да. Отправляй из мейнрейда, быстрее, одного-двух человек, быстрее, на СЕ. Нам не надо СЕ. Ёбаный в рот. Законтролить, не дать капу, всё. Дефайте ВН. Я на ВН стою. Я дефайте, всё, мы выиграем. Блять, они меня всю подчистую залутали, нахуй, 3 ляма во мне было. Блин, я хотел написать UB, ты меня чуть не убили за это. Блять, Тоша, заебал ты на своем друиде играть нахуй. Если бы ты меня тогда не продал, мы бы выиграли игру нахуй. Меня отзонили, ты понимаешь, блять, какая разница, на ком я был бы. У них был, блять, пак, который меня вчетвером нахуй алынил, ты понимаешь, блять, или нет? На комнике тебя нереально убить софтхендом на антиконтроль, блять, нереально нахуй. Просто невозможно, блять, просто взять и зайти тебя убить. Я тебе объясню сейчас просто одну простую вещь, почему холик в двадцатках не очень хорош. Знаешь почему? Чего? Почему все на нем играют? Ни одного. Я тебе сейчас объясню, друида. Почему он не очень хорош. Если в долгих файтах, я не смогу, блять, торговать так ебалом, чтобы ману регенить, понимаешь? Тут это неудобно делать. В смысле, у тебя шапка ученого на холике? Я про это и говорю, что это неудобно делать, потому что меня могут просто нахуй шопнуть. У врагов нет сайт-пачки. Врагов всегда. Нет, пачки, тебе маны хватает. Да какая разница, вот у них нету, блядь. Вообще, холик лучше всего, блядь. У него он дохуя хилит, а в хенд на антиконтроль, в сайт-пачке Харгера, который тебя станет шоттает нахуй тебя на друиде, как говно. На холике он тебе нихуя не сделает. Это первое. Второе, блядь, вот здесь я просто подхожу, в итоге я получаю, ну, блядь, 100 хила нахуй за 3 секунды. Твой, блядь, холик 500 хила за полсекунды дает. Ну это пиздец, типа, очень большие цифры. Я хуй знаю, типа, холик, имба. На друида ты не можешь себе позволить оффхенд на антиконтроль. На холике хуй законтролишь друида. Ну, типа, точнее, холика, хуй законтролишь с этим оффхендом. Ты можешь бегать на друиде, просто холик здесь лучше. Хуй знает. Пойдем в мейнрейд.
снизу, вот здесь снизу, вот здесь снизу, на минус. Если я перестану бить вот его таргеты, типа, вы начнете плакать. А можно... Миликов тоже отгонять надо. Вы Я там одна либарда заливать. Файер и должен выгонять миликов с вами. Да, он должен брать соло кухан. Ребят, мы заливали пару раз миликов, но типа нихуя... Друзья, Коху мы выиграли первый файт и проебали по поинтам. А ты, Нессе, ты не хочешь рассказать, блядь, что мы там сделали? Мы выиграли первый файт, вайпнули их в нулину, блядь. Но по поинтам мы проебали. А что потом произошло, что они... Ебучие, а что потом произошло? Их дохуя кракен. А что потом произошло? Заводите пока ебальники свои, пожалуйста, оденьтесь, у нас через 10 минут следующий кристалл. Да-да. И я потом покажу один видос, блядь, и мне просто надо кое-что объяснить. А что потом произошло? Как они у вас под палаткой уже там 3 раза или сколько толпа, там? Их очень толпа. Так у них, у них 5 крыс, и по факту их на 3 человека больше, чем 12, так. Ну, на 3 человека. Мы сбивали еще на 3 человека больше, это ж не по...